Все, кексики мои в духовке, а я приготовилась для посадки орхидеи. Вот она, манюнька такая, видите, горшочек, ну совсем бедненькая она. Корешочки вон прям белесые такие. Мне надо ее спасать. Купила я вот такой вот, значит, как-то она кашпо, ну я не знаю, ну горшочек и горшочек. Кто-то говорит кашпо, я скажу горшочек. Для того, вот это вот тут такая... такая ниточка, веревочка для того, чтобы влага всегда поступала в, вот она, видите, поступала в цветочек. То есть сюда наливаешь водички в желтенький, здесь будет водичка, и цветок будет постоянно пить. Только время от времени его надо пшикать, пшикалочкой давать воздух листикам, поливать его, то есть увлажнять росой. Вот, я замочила вот эту вот сумесь, смесь для орхидей, замочила. Сейчас я на дно немножечко добавлю, чтобы выставить мой цветочек. Ну, сказали, я даже и читала, гуглила, как это сделать нежно, не поломавши. Ну, в общем, сказали, буквально меньше его, ну, даже колыхать. Он настолько возбудимый во время цветения, но сказали точно, что можно его сажать, потому что миник есть миник. Вот он, видите? Ты манёнечка, вот моя манёнечка, он хочет жить. И мы будем стремиться к тому, чтобы он был жив. Вот, вот таким образом посадим мы его. И сейчас будем подсыпать вот эту вот суспензию. Как она называется, я не знаю. Там хотя и написано... А, субстрат, видите, субстрат. Ну, чуть-чуть я ошиблась, субстрат. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чтобы не сломать корешочков, мы его вот так. Это останется, оно никуда не денется. Я сейчас его солью, подсушу и положу в мешочек. Здесь и мох, смотрю, присутствует в этом субстракте. Вот так. И дитинка будет жить, правда? Мы же все-таки за то, чтобы... Все были живы, чтобы всем было хорошо. Разговариваю с цветком, как с живым существом. Чтобы не сломать же корешочков, понимаете? Боюсь же. Вот так. Сказала не трясти, а я трясу. Что же я делаю, да? Ну, в принципе, наверное, все. Сейчас я налью водички туда, в вот эту желтенькую. Постой, пожалуйста, не упади. Водички тепленькой, комнатной температуры буквально. И все, чтобы он пил. Вот так. Все, малыш, живи и будь здоров. Это обратно водичку сольем через дуршлачок. И все. Ой, а кексы пахнут, ребятки. Ой, пахнут. Уже такие. Пенс. Вот, ну все. Все, расти. Расти, мой хороший. Сейчас я вот покажу. Вот такой у нас малыш. Там он будет у нас расти. Так, все, будут кексы готовы, и мы снова с вами встретимся, хорошо? Все, я закончила, я последние, крайние кексики вытащила из духовки. Вот такая вот красотень. Вот такие они. Вот такие вкусненькие, хорошенькие. Так, Витя, Вить, подойди на секунду. Сейчас я Витю позову, он один... Кексик разломает нам. Ага. На, один кексик разрежь. Вот такой, который испеченный был до того. Пополам прям режь, мы его сейчас съедим. О, и покажи, что там в серединке у нас. Желтенькие, красивенькие. О, вот такое чудо. Пористая никогда. Кстати, пеклись они, ну, буквально минут 15. Потому что тесточка хорошая, вот оно гнется и не ломается. Мягонькое, гнется и не ломается. Сейчас мы их будем есть.
А потом Витя мне еще принес семечек. На работе нажарил крупняшечки мои. Сейчас мы сядем на диванчик, потрескаем семечек, потом попьем чаек. И день закончится сегодняшний. Рабочий, полноценный, хороший, добрый день. И всем я хочу пожелать доброго вечера, хорошего настроения. Не грустить, не унывать. Я всегда с вами. Всегда ваши Лена и Витя. Все, пока-пока. До завтра. Добрый вечер. Хочу с вами приветствоваться, потому что Леночка уже тут с вами, а я рядом. Да. Тут-то, да. Я наскакалась, напрыгалась, а Витя мне из зала кричит: Лена, я вспомнил нашу песню, давай ее споем. Не знаю, как получится. Хорошо получится. У нас люди умеют ценить и над ошибками не ругают нас за ошибки. Мы всегда чувствуем и знаем свои ошибки, но... Считаю, Время всегда одинаковое. Ну, наверное, наши бабушки, дедушки вот часто их напоминали. За 20 лет меняется все, а за 200 лет ничего. Ну,
пускай эта песня, кто ее помнит и знает, порадует, а кто не знает и услышал первый раз, ну, вдумайтесь в слова. Я уже неоднократно говорю, что старых песен нет, просто есть как бы новое, это хорошо забыто старое. Да, да, хорошо забытое старое. Дать новую жизнь, новый ритм, там, новую интерпретацию. Ну, слушай, даже сейчас певцы иногда и все, она в блуз выходят, в годы хорошая вспоминают. Песня, она будет жить долго-долго. А мы с песней, правда? Пока есть музыка, есть жизнь. Хорошо, когда поешь, не дай бог грустишь. Даже когда грустишь, напеваешь, все равно грусть не такой кажется жестокой, да? Ну все, а теперь, наверное, да? Или ты еще что-то хочешь сказать? Нет, до свидания. Уже до свидания. Я говорить не умею. Да, ну что-то такое. Я не люблю говорить, я слушать люблю. Я с ним всегда долго разговариваю, он мне кино может рассказать, я терпеливый слушатель, умею слушать. Иногда перебиваю, говорю: Витечка, стоп, я на работе, я скажу все, да расскажешь, ну... Все равно лучше уметь слушать. Где-то, может быть, я, скажем так, болтаю больше, чем Витя, что разговариваю тоже больше, чем Витя. А вот ничего, батарейка садится сейчас. Ну, в общем, все, спокойной ночи вам. Добра. До свидания. Пока-пока.